Уже больше 10 лет Алексей Федоров отвечает за благополучие жителей Подрезкова, возглавляя территориальное управление микрорайона. О том, насколько работа успешна, можно судить по грамотам и другим наградам, которыми заставлен его кабинет. Химки он считает второй родиной и очень ценит возможность внести свою лепту в его развитие. В 2011 году я приехал на соревнования в Химки, в Московской лыжне, в составе команды московских военных профсоюзов. И после удачного выступления мы шли на посадку в автобус, и вдалеке я увидел, как виднеется Подрезково, там красные высотки. Рядом были поля, белые от снега, и на тот момент я понял для себя, что, ну, хотел бы там жить. Алексей стал одним из первых, кто присоединился к движению «Химки интересно жить». Он признается, что самым интересным опытом стало создание системы чатов с активистами, которых сначала просто анонсировали бесплатные мастер-классы, а потом пришли к обсуждению инициатив, направленных на развитие микрорайона. Общие цели объединили жителей. Это Алексей почувствовал во время пандемии, когда на призыв стать добровольцем и помогать пожилым откликнулись почти все активисты. В трудное время мы ходили в аптеки, мы ходили в магазины, оказывали всю посильную помощь. В том числе передавали продуктовые наборы, которые предоставлялись от губернатора Московской области, от администрации городского округа Химки, и решали эти вопросы самостоятельно. Как один из наиболее вовлеченных участников движения, Алексей Федоров был избран его лидером в микрорайоне. Сегодня своей задачей он считает продвижение идей и инициатив, предложенных жителями. Микрорайон Подрезково является очень комфортным, особенно для проживания молодых семей. Поэтому у нас возник дефицит мест в дошкольные и школьные учреждения. И вот мы сейчас с вами находимся в нашей прекрасной пристройке, которая была введена в прошлом году в эксплуатацию. У нас современное оборудование, современная мебель в классах, замечательное спортядро, большая столовая. Также за последние 5 лет мы построили 5 детских садов. И в настоящий момент мы в этом направлении сняли напряжение. Но район продолжает заселяться, развиваться, ведется строительство домов. Поэтому мы планируем в ближайшее время построить еще одну школу по улице Комсомольская, центральная, в соответствии с проектом планировки застройки. Сейчас инициатива строительства школы на 850 мест в Подрезково размещена на сайте hish.online и набрала большое количество голосов. Жители голосуют за то, чтобы в учебном заведении появились спортивные и актовые залы, пищевой блок и современное техническое оснащение. Воплощение в жизнь этих идей позволит убрать вторую смену и снизить нагрузку на другую школу в микрорайоне. Но главное, что станет еще одним примером того, как инициативы химчан меняют жизнь в городе к лучшему. Александр Гузаев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.